Наш завод по производству порошковых фармацевтических препаратов в Волгограде работает на рынке лекарственных средств более 10 лет. Для производства продукции мы используем различное фармацевтическое оборудование, соответствующее требованиям и стандартам GMP. Установка для обезвоживания водных растворов и экстрактов в аппарате кипящего слоя, роторные таблеточные машины. Автоматическая линия по упаковке таблеток, полимерную пленку и фольгу и другое высокотехнологичные машины и аппараты. В прошлом году наше предприятие начало выпуск витаминов в капсулах. Мы планировали осуществлять заполнение капсулами белых пластиковых бутылок объемом 80 мл. Для осуществления этой процедуры необходима была, по сути, покупка дополнительного оборудования фасовочной машины, которая используется на фармацевтическом производстве для промышленной дозированной фасовки лекарственных препаратов. Используется весовая и объемная фасовка, где порция продукта взвешивается или отмеривается порционным стаканом. Нам необходимо было, по сути, дополнить линию фасовки новым элементом для дозирования таблеток, так как имеющийся у нас, иначе говоря, подходил только для дозирования капсул. Мы хотели купить универсальный аппарат для возможного дозирования таблеток и капсул. Так как я уже выбрал много различных машин для нашего предприятия, у меня был небольшой опыт по подбору и остались контакты некоторых надежных производителей техники. Я начал связываться по телефону с производителями и уточнять, смогут ли они произвести машину для заполнения бутылок. В качестве основным критериев я указал производительность не менее 3000 бутылок в час, машина должна быть с автоматическим управлением. Сначала я обратился в компанию из Германии, которая предложила мне автоматическое оборудование для заполнения и завинчивания, однако она уточнила, что весь процесс доставки, таможенное оформление и монтажа оборудования не входит в стоимость. Доставка могла затянуться, и я отказался. Потом я связался с компанией из России. Она сказала, что они не производят автоматы такого типа, однако в общем, если мы можем подождать, они готовы спроектировать и произвести машину, но это будет не раньше следующего года. Я не был готов ждать так долго. У меня не получилось найти производителя машины для заполнения бутылок, и я решил пойти по другому пути и посоветоваться с профессионалами, которые в принципе, работают в сфере поставки фармацевтического оборудования и, может, предложат другой вариант автомата. Я искал в интернете посредника из России, так как однажды у меня есть неудачный опыт по поставке оборудования китайским посредникам, когда нам привезли линию по фасовке порошка, однако не было, по сути, ни документов по установке, ни технического паспорта. Мы долго настраивали линию, консультировались с производителями по телефону, хотя они неохотно с нами хотели разговаривать. В интернете я выбрал 3 поставщика. В качестве критерия я рассматривал время работы фирмы на рынке поставки фармацевтического оборудования, сайт компании, условия поставки машины. Всем компаниям я позвонил по телефону, чтобы, главным образом, убедиться в профессионализме менеджеров. Специалист одной компании сказала подождать 5 минут, но так и не выслушала меня. Такое отношение к клиенту мне не понравилось. Менеджер другой компании из Калининграда поговорила со мной вежливо, задавала вопросы о необходимой производительности оборудования и желаемых сроках изготовления. Через 3 дня на почту я получил от них 11 вариантов различных машин для заполнения пластиковых бутылок и предложение сделать выбор самостоятельно. Я понял, что у них нет профессионального подхода и мне не помогут в решении поиска оборудования. Последний, 3-й вариант посредника из Москвы оказался для меня удачным. Менеджер-мужчина говорил со мной как с профессионалом. Задавал конкретные вопросы о желаемой производительности машины, размерах бутылки, рассказал об условиях поставки. На этапе консультации он предложил элемент линии для заполнения и укупорки пластиковых бутылок, которую я смог быстро согласовать с руководством предприятия. В течение недели мы заключили договор на поставку оборудования. Через месяц после заключения договора мы получили машину для заполнения бутылок. Менеджер предоставил гарантию производителя, технический паспорт оборудования, чертежи, инструкцию по эксплуатации. Мы произвели монтаж автомата и за неделю обучили работников, которые, в принципе, будут закреплены за машиной. Оборудование было, по сути, сделано из качественной нержавеющей стали. Белые бутылки размещаются на 2 конвейерных лентах, которые, в принципе, используются для дистанционного перемещения и автоматической подачи продукции в технологических линиях. Там происходит непосредственный процесс дозирования капсул под силой вибрации в бутылке согласно установленной дозе.
В оборудовании предусмотрено два дозатора для двух потоков пластиковых бутылок. Процесс работы машины регулируется при помощи шки и крана. Я остался довольным машиной для заполнения бутылок, предложенным и поставленным специалистом из Москвы. Грамотная консультация сэкономила мне время и помогла избежать ошибок, которые, в принципе, я, возможно, совершил бы. В общем, если бы сделал выбор самостоятельно. В сфере поставки оборудования довольно сложно найти профессионалов. Я очень рад, что в итоге мне повезло встретить такого человека.